Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая. Дату назначил Народный совет страны. Находящиеся за рубежом сирийцы смогут проголосовать в посольствах 20 мая. Регистрация кандидатов начнется с 19 апреля и продлится в течение 10 дней. Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили только троих. Действующий президент Башар Асад набрал порядка 90% голосов. Согласно Конституции, глава государства может переизбраться на еще один 7-летний срок. В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война между оппозицией и правительством Башара Асада. Возможность открытого участия кандидатур на пост президента является свидетельством того, что институты сирийского государства продолжают свою работу под властью Конституции и в указанные в ней сроки. Выборы высшего органа власти в Сирии указывают на то, что сирийское государство по-прежнему сильное и продолжает предпринимать решительные шаги для достижения безопасности и грядущей победы.